Всем привет! Мы продолжаем серию выпусков во ВКонтакте. В этом выпуске мы обсудим, как узнать дату создания страницы любого человека ВКонтакте, при этом без каких-либо приложений, без всякого либо говна, да, потому что я люблю чистоту, когда все напрямую готово. Так, сначала нам нужно узнать ID человека. В прошлом выпуске, вы можете посмотреть, я показал, как узнать ID любого человека за 1-2 секунды. То есть моментально. Чик-чик-чик. И все. Например, вот Нюша. Красавица, великолепная девушка. Давайте тогда мы глянем, когда она создала страничку. Я беру ее ID. Заходим теперь по этой ссылке. Заметьте, откуда эта ссылка, да? Я не знаю, кто-нибудь выкладывал ее или нет. Я не знаю. Я нашел ее сам. Так сказать, баловался ВКонтакте, грубо говоря, ну и нашел такую золотую ссылочку. Давайте посмотрим, что же она нам выдает. Нам нужен именно ID числовой, то есть логин не подойдет. Опа, так, вот и все. Все, что мы хотели, мы получили. Смотрим на эту строчку. Graded, дата создания 26.05.2009 года. Великолепная девушка Нюша создала свою страничку в ВКонтакте. Потом она осталась здесь навсегда. Вот так вот, все. Вы хотели узнать, как узнать дату создания, я вам сказал. Можете выключать видео. Но для тех, кто остался, я хотел бы еще рассказать про эту ссылку. Заметьте, какая от нее польза. Кроме того, что вы можете узнать дату создания странички, вы видите последний вход, вот, last login. Потом модификацию, дата модификации странички, то есть когда редактировала страничка ею, ну, этим человеком. И еще самое главное, эта ссылка будет невероятно полезна для разработчиков, для программистов. То есть они с помощью скрипта могут, зайдя на эту такую простенькую ссылочку, получить в хорошем формате полнейшую информацию о человеке. То есть мы видим first name, да, имя, потом фамилия, полностью имя, фамилия, никнейм, Нюша, Нуаша, Нуша. Потом публичный доступ разрешен, профиль, статус профиля проверен, потом ссылки проверены, да, веб-блог, ну, пол, создание странички, я уже сказал, потом последний вход на страничку. Формат такой, то есть сначала идет год, месяц, число, это такой американский зарубежный формат. Потом модификация, так. Потом, сколько человек на нее подписаны, subscribers, колон, то есть 65 тысяч, нет, 655 тысяч, полмиллиона, больше половины миллиона, молодец, девочка. Потом, число друзей, да, потом, насколько она подписана, 2 человека, потом дата рождения. И самое главное, заметьте, потом идет ее аватарка. Аватарка идет, в 3 видах, да, то есть это маленькая, ой, большая сначала, вот она большая. Какая же она красивая девочка-то, а? Потом идет средненькая и маленькая идет. То есть у вас сразу доступно, видите, все готовое. Все готовое, программисты, берите и делайте приложения полезные. Family статус, вот видите, синглы. Потом домашняя страница, интерес, мировоззрение. Потом местонахождение, ну где человек родился, да, потом где находится. И еду, образование, школа. Вот такие вот пироги. Всем спасибо за просмотр.